Поздравляем проигравших и пошли дальше. 4-3-4. Смешной старт. D7, 4 вольт. Даже 4, 5 вольт. L3, E0, D3, K7. Это полароид может прохать, так что я не буду выкидывать. Это рума рафляная. Белых бы сразу. Это же в теории типа бесконечно D7, правильно? Если есть где фармить D7. Правда, это ближе к концу рана, наверное, да? Нужна какая-нибудь рума типа с этими врагами жирными. Забыли про D7. Ищем орбиталку, и опять будет ран 20 минут. Видимо. Опа, прогноз нон. У меня же модеры есть, я даже уже и забыл. Спасибо. Спасибо, видимо, дюк. Я забыл ставку рассчитать. Не будет? Кого будет? Это мне не будут руинить. На такие активки оно не работает. Она просто будет перезаряжаться раз в руму. По-моему. Да не будут. А, они не будут. А! Да, реально. Почему думал, что он будет работать? Или я путаю с актив... Не, подожди. Подожди. А, с автозарядными. Да. Со свечками и всякими анимасолами. Точно. Ладно. Тогда говно получается, конечно. Тогда немного пуп механика получается. Ну ладно. Тогда можно оставаться на D7. Ну, любая рума с боссами, наверное, я D7 буду в этой руме перезаряжать просто. И можно фармить бесконечно. Нормально. Не знаю зачем, конечно, тут вопрос уже другой. Это сильно маленькая рума. Хорошо, чтобы типа много заряда было в одной руме. Типа сейчас получу меньше одной румы заряда за большую руму. 4-5 вольта. Босса айтема нет, босса. Можно мини-босса фармить. Кстати, мини-босс, но он тоже, скорее всего, не зафармит весь заряд. Скорее всего, нет. Это можно сразу бахнуть. Еп. Это пока можно оставить. Там сокрума есть. Сокрума есть. Ну, пока, по-моему, мне тут не сильно хватает на сокруму. Сколько там хп? Одно было, да? Там было поди одно красное, да? У меня есть два красных пока лишних. А у меня есть 4 хп сумана лишних. Псевдо лишних. Ангелов, по-моему, тоже не поперезапускаешь. Не помню, по-моему, нет. Можно ее с этих в ловушку поймать. Только скорее они меня поймают в ловушку, а не я их. Блять, муха. Способ хп может быть. Способ хп, естественно, может быть. Смотрим. И оно есть. Пока. Так. Смотрим внимательно, что у нас по пути. Здесь не будет ебаных шипов по дороге. Вроде не вижу. Вроде нет, окей. Раз. Два. Три. Там еще было хп, да? В магазине было и синее, и красное.
Может быть, потом к нему вернемся. Так, это вроде уже на телепорт хватает потенциально. Ну да. И еще одно красное. И еще одно красное будет в этом магазе. Сыза, потому что пол хп красного. На пол хп он сытся перед входом в руму. Потому что страшно. Страшно умирать. Дэн не хочет умирать. На самом-то деле, я, наверное, их хп бы купил только чуть позже. Йо, да, йо, по-моему, кровоточит-то, правда. Типа в стиле персонажа. Так, ну лады. Получили мы примерно нихуя. За эти манипуляции. Впрочем, как обычно. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, схватим до хера. 4 синих, будет плюс 1 красное. Пойдет. Привет, микро. Ева, это Айзек, это... Здесь все Айзек. Здесь все персонажи это Айзек. Почти все. Кто не Айзек? А, Азель не Айзек. Ебаный лор Айзека. Сейчас будем в нем еще разбираться, что псих. Что всем делает? А, перезапускает руму. С врагами. Это рума, кстати, забавная. Тут много мух. Я думаю, все не хватит, чтобы до 7 перезарядить, наверное. Что они быстро умирают. Хотя, это перспективно, но это очень душно, такую руму, блядь, фармить бесконечно. Такой-то бред, по-моему. Не, я очень мало получаю заряда. Здравствуй, Григориус! Спасибо за веселье. Охуеть, пул золотой таблетки. What? Ебанешься, пул. Почему она такая хорошая? Почему она настолько хорошая? Я, по-моему, пока не было ни одной плохой таблетки. Где-то золотой. Просто ни одной плохой. Я жду, типа, одну плохую, чтобы, типа, ее дропать. Но пока ни одной плохой я не нашел. What? What? Окей. Телепорт, секретка, окей, хорошо. Range up, окей. Ты что, троллишь там? Правильно одни хорошие эффекты? У меня нет ПХД. Где? У меня нет ПХД. Амнезия, ну хоть что-то немного плохое. И метамес тоже мерзко, надо плевать. Охуеть там эффектов. Нет, охуеть. Это как? Это что? Это что нахуй? И зачем? One makes you small. Friends till the end. Ну, походу, золотую можно тупо спамить. Вот реально. Рейнждаун есть, нихуя себе. Все, минус-минус ран. Только не рейнждаун. Еще боссов в стилке.
меня full health, скорее всего, уже. Окей, не full health, спасибо за хп вниз. Тут уже снять. Тут спида маленько мерзко, но тоже плевать. А его диарея есть, я помню. И диарея еще это. Шлифанули под конец. Ну, кайф. Ну это... Это, наверное, лучшая золотая таблетка в моей жизни, наверное, в этой игре. Просто... Ахуй. Сколько я с нее получил штук полезных. Блин, зря я пошел с этим... Зардом, ладно, уже закончился. Охренеть. Я, кстати, может быть, куплю синие секретики. Почему нет? Еще довольно рано. Чтобы потом искать это самому секретки. Как я люблю делать. Купил бублюмап, потом везде это нюхаешь углы и ищешь секреты. Эти таблетки, наверное, можно не вязать. Вот реально. У меня там был терзап, у меня там был Balls of Steel, у меня там был full health, у меня были все таблетки в золотой. То есть там один ебаный мусор, походу, в этом сиде. Просто тупо один мусор на таблетках. Ничего полезного, наверное, не будет. Надо тупо искать еще одну золотую, похоже. Опа. Та самая рума. Самсоновая рума. А! Ага. Ладно. Лядно. И там, и тут прокнуло. Это я называю эффективный фарм. Вроде его собьешь и фармишь. Черед мне потом еще появится. Чем я сяду всирать? А. Угу. Кошка день. Точно кошка день какой-то сегодня. Ну ладно, это третья, по-моему, да, по-моему, кошка сегодня уже за день. Сайт, по которому проверить таблетку по сиду, это вряд ли такое есть. Звучит сложно и не сильно полезно. Привет, Дипстрикс. Бомбы нужны. Бомбы. Где бомбу достать? Ага! Кратопоездная диверсия произошла из автомата. Похуй, это откроем. Теперь с кошкой плевать уже. Как это открыть? А бомб нет! О! Спасибо. Сидо показывает пулы. Что он сейчас пулы показывает? Делать программа. В целом сделать что угодно можно, на самом деле. Там довольно много уже чего можно делать. Даже через моды. Но пока еще далеко не все, правда, все равно. Но довольно уже много чего можно пилить. При очень большом упорстве. Потому что там же то череп делал скрипт, который искал, типа, это. Сид, в котором будет стартовый айтем, в котором будет типа сакрума перед стартом, и чтобы эта сакрума была именно с, типа с верхней румой. И какие-то там еще были, по-моему, условия. И, по-моему, чтобы в этом руме, которая была внизу перед тобой, чтобы в ней был, по-моему, кенсер. И типа такой был скрипт, который искал такой сид. Там через миллионы этих сидов. И это еще было типа в Автобус Плюс. Сейчас, наверное, еще надо больше можно с чего делать. Там вроде маленько, по-моему, дорабатывали еще эту хрень.
Фига. Ладно. Нахуй я это беру. Я же говорю, таблетки надо не использовать. Ран, последний ран, наверное, нет. Наверное, еще один будет. Вроде по времени успеваем, там тем более на мать, еще ее на завтра оставлять опять. В Кёрсу не иду. Смотря. Сейчас зайдем. Так, это паук мой. Это мой паук. Блин. Рейндж. И да, реально таблетки просто мусору. Ничего вообще не дают. Они, правда, и плохого пока ничего особо не сделали. Ну и ничего полезного не сделали. Типа все нормальные таблетки были в золотой. Кошка, да, третья подряд, походу. Сегодня... День кошатника сегодня. Феррари, говорят, у них уже грузовик уже подгорел. Аж во вторник. Уже все хорошо опять. Я думаю, они справятся. В любом случае. Либо в одну, либо в ту сторону, но они должны справиться. Задачи. Но если, кстати, Феррари будет желтый, это будет смешно. Но потом, походу, только мерч, видимо, желтый. И форма. Если бы Биболит будет желтый, это было бы охуенно. Но я думаю, такого не будет, наверное. Нажали. Желтая, конечно, Феррари, это было бы неплохо. Либра продлевает подписку подарочную от Хьюмина. Здравствуй, Либра. Спасибо за продление подписки. Так, а я заблудился. Я хотел вот так сделать. А потом я заблудился. А. Жесть. Просто все хп мира. Лучок. First try. Телепорт 2-0, ну хотя, блядь, 4 порта это ебаная бредятина, по-моему, да? Это бредятина. Как я это буду заряжать? Может, что дальше будет интересное? Ну-ка, покажи, что дальше. Что дальше? Во, давай. Стоп, у меня нет хп больше. Черевод есть, ладно. Так его потрачу. Во, давай сюда эту хуйню. Во, господи, скам-автомат что-то это стал нормальным вдруг. Я рано взял, по-моему, такое. Ну и ладно. Вау, все-таки нашел вибэк. Ну, типа, это все равно лучше, чем D7, по крайней мере. Потому что я могу вот так делать. Хотя бы. Время не тратить. Так что дам. Это все еще лучше. Потому что я явно не буду фулфилиться с этим телепортом. Надо еще вот ран сделать, успеть. Вроде пока еще в себе силы ощущаю на еще один ран. Это второй чубрик. Ошибку? Да не, в пизду. Да долго, не хочу я фулфилить. Слишком долго. У меня уже билд есть, в общем-то. Плюс-минус. Ладно, очень сильно плюс-минус, но типа... Пойдет. Спасибо, нет. Спасибо. Спасибо. Не знаю, вроде не хочу. Вроде у меня хороший тринкет. Блед, нет, нормально.
Это мы вам. Сегодня это мы, по-моему, одни и те же весь день. Ладно, марки больше не было. Или не помню. Может, не было. Марка — это огонь. Марка — это... Вторая, да, часть? Левиафана. Неплохо. Бля, ну давай. Ладно. Бэби Бендер. Нормально. Теперь не у всех хоминг. Не, это на таблетке, да. Та, которая меняет это. Которая меняет все на таблетке. Ну, типа, карты. Ладно, руны больше по-моему не меняются, только карты меняют на таблетке. Speed down. Вау, минус 0.01 скорость. Только не это. Только не это. Бомба. Зачем кушаю, я не знаю. Что что-то хорошее, вот там. Типа там не будет терзапа, не будет. А мне больше нихуя не надо. А мне вообще больше нихуя не надо. Зачем вообще им таблетки? Нахуя? У меня максимальный хп, максимальный тиры. Я тролль. Просто уже на автомате их ем. Вдруг помогут. Вау. Забавно получилось. Забавная активка еще одна. Сразу. Не хочу весь этаж бегать на тебе потом. Игру ломать буду? Да, наверное, вряд ли уже. Там еще рано ломать может будет, может там что-то поломается. Тут, думаю, ничего уже не поломается. И так все неплохо. Я вчера меня игра по чуть-чуть не сломала. Я хп не взял. Ну и ладно. Так что сегодня возможно. Желтый Феррари. В смысле? Разве они не желтые? Там же вроде мерч, вроде правда же. Желтый, нет? Это такой прикол. Я в какой-то группе это бы увидел. Сегодня вроде типа не 1 апреля же вроде. Что вчера было? Вчера просто был херовый ран. Последний. Вы понимаешь, типа, видимо, только меч будет желтый, а не сама машина. А, я думал, это прикол. Я тоже думал, что это прикол сначала. После первой фото. А потом, да, потом я увидел, что это нихуя не прикол это. Нет, блядь, нихуя не шутки. Там все серьезно у ребят. Как бы план пицца идет полным ходом. Пошел план, как и обещали. Все четко. А, да? Ладно. Разоберу. Бомб нет. Я их боюсь. Кстати, там есть проход в эту в руму, но я хочу, видимо, зарядить сначала эту хрень. Чтоб там не драться. Хера драться. Нужно телепорт зарядить.
Опять я почти успел на бустараж. Чуть-чуть я фармлю больше и потом его успеваю. Но в целом плевать. Будто мне нужен бустараж, чтобы этот ран закончить. Здравствуй, Скуфокс. Так, что здесь? Теперь Пандорыч. Пандорыч очень прибыльный. Наверное, плевать. Ага. Так, а это Мрума. Слушай, а вообще? А знаете что? У меня есть идея. Это не она. Есть идейка. Я ж могу улететь из этой румы сразу. Не нахуй, а это, в эроруму. Или на сделку. Скорее всего, в эроруму, потому что сделка будет, скорее всего. Я уже буду при негативе, типа, все будет охуенно. Отсюда можно улетать. Там всегда будет вомп один. Так что вот. Главное нажать фулл карту, а не телепорт. Наверное. Чтоб не обделаться. Эй! Ауч. Вау. Ну, хрен. Там был грид. Где грид? Какой грид? Чем не грид? Тогда я вас... Блять! Я взял ключ, да, сразу. Кстати, вроде... А, не, хуйня. А, не, там боссы будут. Правильно. Нормально. Нормально, возможно получится. Там босса будет, я перезаряжу. Скорее всего. Да. Я думаю, я перезаряжу. Все четко. Все четко. Не ссать. Главное не ссать. Главное брать тиры бесполезные. Да и похуй. Все могу сюда сразу улететь нахуй. Чтобы говно не фармить. Я сразу улечу. Да, в пизду. А, да. Это еще и хорошая эрорума. Слушай, луна... Блять, луна. Луна. Голубая луна. Да вроде поздно уже. И часов нет, самое что главное, да. Часов-то нет и бомб нет. Да в пизду, наверное. Лучше пару или два этого. Это Гапи... Два. Это Гапи два. Окей. Опять планетарии. Конжоинт. Не, да в пизду. Yes. А, я нашел то, что мне было нужно. Это букворм. Да, идеально. Let's go. Все, ран закончен. Ран закончен, полетели. Ой, XL, охуительно. Все, до свидания. До свидания, нахуй.
Это чё? О! Это Сквизи, я могу Сквизи въебать, кстати. Мне Сквизи не нужен. Надо найти секретку по дороге где-нибудь. Когда будут по пути. Там была вторая, но что-то уже не хочу тебя, брат. Либо на сделке могу всрать, если будет сделка сейчас. Тоже вариант. Найс. Найс. Кринжойт нравится, ну, типа триплшот, корявый, но смотри, триплшот. Бывает полезно. Я кстати, никогда особо не изучал, типа, полезнее он или нет. Надо прям в лоб типа смотреть, типа сиды. Типа сид с кринжойдом и без кринжойда. Ну, по идее, но лучше, потому что типа там ты теряешь очень мало демеджа и тире там получаешь типа слезы. Дополнительные. По идее, должно быть плюсово в среднем. По идее. Может быть вторая будет по дороге. Редко в этот раз. Чтоб никуда не сворачивать. Пам-пам, what the fuck? Ладно, плюс-минус. Здесь. Уф, попал. Уф, попал. Ага, спасибо. Томатный фолан. Томатнич. Ахуй. Очень полезно, да, Император? По-быстрому. Ну что, скипаем ногу? Ты не сюда, лол. Это сюда, окей. Хотя, наверное, не получится, потому что у меня паук. Или паук, или... Ну да, этот паук тоже может его за это... задамажить. Который спайдер-мод. Что нихуя не получится. Жаль. Я, конечно, попробую, но скорее всего ничего не получится. Потому что паук умер. Хотя бы один. Да. Так, я всрал черный хп, поэтому хорошо. Паук накладывает эффекты. Всякие, по-моему. Вот другая проблема. Может его... за это заядовитить может. Вроде прокатил 6 по 100. Все, ливай нахуй отсюда. Ну-ка. Легко. Легко. Спасибо, что не лост. Хора в хора. А еще и Левиафан. Еще лучше. Глупость, но в патче все починят. Скоро. Опиум. Куда делась? Испарилась. Она испарилась. Гапи Невер. О, с розового чудика больше гапи не падает. Все, у тебя уже есть часть гапи, да? Которая типа с него падает. И это все пофиксили. Он опять завис? Его не завис. Или завис, подожди. Почему он стал лагать постоянно? Wait, what? Раньше такого никогда не было. От чего это происходит? Третий раз за уже полторы недели с ним это происходит. Почему?
Я, конечно, как бы не против, но какого хера? Правил файла? Блять. Поймали. О, подожди, он выбрался. А нет, он обратно вернул. Его прям манит обратно. Он не может уйти от него. Может быть, томат? Я не помню, там был томат или нет в тот раз. Типа, челик сдох в томате, и типа, поэтому он все еще думает, что у него томат. Типа, на нем остался эффект этого. Томата. Посмертный томат. Видимо, оно. Это, наверное, бы объяснило, да. Возможно, это оно. Томатная смерть. Звучит страшно. Настоящая томатная смерть. Лэмп, у нас лэмп что-то, да, зависает прям стабильно. Стабильничаем. Зависает и зависает. Не может никак развиснуть. Ладно, 4-3-4.